Привет, скотоводы! Продолжаем нашу рубрику «Спасательный круг». Поступил звоночек от скотовода. Как известно, скотовод скотовода не только скотовод, но и верный товарищ и друг. Звонил человек, сказал: Станислав, проблема. Вот выезжаем на решение этой проблемы. Человек пенсионер, интернетом пользоваться не умеет. Шкода А7 куплена на последние деньги. Человек уже на пенсии. Выезжаем, едем помогать. Взрослым надо помогать. Советую всем посмотреть, потому что, забегая вперед, скажу так, что данная проблема ждет любого из вас. Это проблема конструктивной особенности Шкода А7. Ну и, естественно, сначала приезжаем, диагностируем, слушаем рассказ о проблеме. Там еще чуть-чуть, может, там полазим в функциях. И потом вы просто удивитесь, ребята. Да, это просто забегая вперед. Удивитесь тому, что вы услышите. Едем. Так, вот программа користа. Так, диагностика сделала. Сейчас она должна увидеть. Так, не видит. Я когда процент побегу, значит видит. Все, видит, пошла диагностика. Все работает. Это у нас первое Болеро, 13-й год Шкода Октавия. Ну, сейчас посмотрим по ошибке. На той программе, которую мы смотрели до этого, ошибок не было. У нас по логике вещей должен быть блок комфорта, ошибка, если стекла барахлят. Вот он, все она может, машина. Что-то покажет. А вот у вас есть ошибки, видите? Видите там? Эта программа уже больше видит. Ой, как раз ваш блок комфорта мозга не понял. Так, это мы сейчас все скопируем. Видите, у вас. А как ты вот это все, вот это? Или ты читаешь, что это все связывается? Ну да, я изучаю. Где ты информацию такую почерпываешь? Я на самом деле сам все знаю. Молодец. 12 ошибок обнаружено. Нехило. А та программка писала, что нифига, да? Ну вот видите. Ну посмотрим. А у тебя? Ноль пока. А вот когда я был вот с этим делом, он у меня лазил, у тебя, говорит, все нормально, кроме вот этого. Ничего, говорит, не но он в тот разъем диагностически вставлял что-нибудь? Да. Ага. Вот может он что-нибудь натворил, кто знает. Потому что вот когда вы люди... Не, ну у меня до него в двери вот эти вот. Не, ну вот, ну и вот я говорю, я думал, что у вас блок комфорта, может у вас вот задняя крышка багажника мозга не входит. Ну вот, наш замок не сразу закрывается. Это так не должно быть. То, что стекла барахлили, я это думаю, и печка. А тут сразу 12 ошибок. А потом почитаем. Просто люди есть, которые реально этим занимаются за деньги, ко мне предлагали там. Они сначала делают диагностику, все ошибки смотрят, чтобы потом к ним претензий не было. Только потом уже вот в эту всю ерунду лезут. Так, сбросить все, сбрасываем, там коды записаны, посмотрят. Короче, нам вот сейчас опять все заглушим и этот заведем машину, вернее, сейчас, да, заведем. Так, куда ошибок были сброшены. Хочу поделиться в Фейсбуке, конечно, у меня только нет Фейсбука. Забыл код, так, сейчас она должна была соединиться, все соединено. Диагностика. Сейчас заново делаем диагностику. Сейчас машина чуть-чуть поездила. Потыркали всякие функции. Сейчас посмотрим, что будет. В идеале должен быть 0. Так, 2. Обгреватель. Ну, это стандартно, это у вас и будет так. Я говорю, вот обогреватель. Так, у нас... Как вообще с печкой произошел этот шмуль? Изначально... Был какой-то подозрительный шум с правой стороны, как будто вот лист там какой-то попал. Шуршание, да? Шуршание попало, как будто что-то бывает мусор такое, какой, да? Затем, ну это было летом, и продолжалось до самой осени. И потом осенью уже, когда я поехал, я не помню куда-то, я поехал, в Бугульму я поехал. Потому что здесь с левой стороны-то поработало у меня отопление работало, а с правой стороны. А я-то не обращал внимания, потому что на дальнее расстояние, ну, чисто в городском режиме. А потом чувствую, что-то не хватает тепла в машине. Я раз. Окна закрыты, да? Окна закрыты, ну, обогрев работает, да, что-то. Руку рассунул, да. Вот так. А она правая сторона не работает. Холодный воздух дует. Это зимой. Здесь горячий. Осень уже. А слева горячий был. Слева как положено. Вы, короче, нас не дождались, вы сервис, да? Сервис? В сервисе диагностировали. Не могут найти причину. А, сначала не могли найти? Не могли найти причину. Они еще диагностику сделали. Выявляют ошибку, нету.
А вот мы сейчас проверили, потом, у нас ошибок появилось. Он потом снял вот это все с правой стороны. Ну, где фильтр воздушный. Да. Полез туда этот. Физическим путем уже. Физическим путем он нашел эту неисправность. Поломку привода заслонки отопителя. Угу. Итак, что же у нас получилось, как вы слышали? У нас получилась проблема с климат-контролем. Когда этот специалист, который по диагностике не смог выявить никакую ошибку, а мы выявили все-таки это ошибки заслонки привода отопителя, он визуально в прямом контакте полез, нашел проблему, визуально ее увидел, визуально ее решил. Как он ее решил? Он заклинил шестеренку на 28 градусах. Теперь у человека правая сторона постоянно дует в 28 градусов. Ну, включим 28 градусов. Ну, довольно-таки жарко, наверное. Да, даже перчаточка чувствуется. Ребята, это слишком жарко. И вот в чем нюанс. Человек как бы может себе купить запчасть, но она стоит 4000 рублей. Это косяк Шкоды. Со временем у любого может сломаться шестеренка. Там сломался, короче, стопор. Такие вот шестеренки из такого пластика. Как называется деталь? Вот что дал ему человек. Денса. CZ116-880-7351 Volkswagen AG500.907.511.K. Привод температурной заслонки правая сторона. Вот что это такое. Вот такую бумажку дал ему этот специалист. В магазине, как мы посмотрели, стоит 4000 запчасти. У человека, пенсионера, с пенсией 10 тысяч рублей за 40 лет стажа дальнобойщиком, государство дало ему 10 тысяч рублей. Ему это напряжно. Как скажешь, на какие деньги купил, все время копил, и вот купил Октавию. Если у тебя пенсия 10 тысяч, а запчасти стоят 4 тысячи, а еще надо платить коммунальные. Кстати, сейчас ездил, теплосеть отдала 4 тысячи за отопление и воду, 10 кубов горячей воды накрутили. Как бы сказать, напряжно. Что делать дальше? Можно купить на разборе, как мы посоветовали его там товарищи в гараже, этот чувачок из сервиса говорит, купи на разборе. Разбора у нас нету такого, сказали, купи на каком-нибудь сайте, типа там Авито, Херита там. Но такой нюанс, как ему сказала его дочка, как я тоже слышал, бывает обманывают, присылают, например, нерабочую деталь или деталь, как сказать, вообще не присылают. И вот такая тема, к вам помощи просим, товарищи зрители. Может, кто-то из вас владеет такой запчастью, приводом температуры заслонки правая часть, правая сторона. И, может быть, вы можете реально прислать нам эту запчасть. Поможем пенсионеру, просто надо помогать. Люди честью и совестью трудились, но такая ситуация, 10 тысяч пенсия. Напряжно заезжать иномарку с годами в машине уже 6-й год. Может, кто-то из вас пришлет, у него есть запчасти, там, как в интернете она стоит 1000-1500, ну, там, как говорит, по-братски деньги перечислим, а вы нам пришлете, напишем адрес. Вот такая просьба к вам, товарищи шкодоводы. Кто может, помогите советом или запчастью. Деньги вышли. Ну, а что еще сказать-то? Вот сейчас, когда снимал ролик, собирался снимать концовку, кстати, там мы ошибки скинули, покатались на машине, все потестили, снова вылезли всего лишь две ошибки из 12, которые показывают поломку отопителя заслонки. И сейчас, когда я собирался ехать уже в магазин, кстати, этот человек, он вам знакомый по ролику по белому Тигуану, который он купил с хорошей скидкой, я просил его отдать ОБД-разъем, который у меня был, нашему хорошему знакомому Сергею, потому что я сейчас пойду дальше по своим делам. И предложив, он говорит, нема базара, Станислав, отдам, ну, давайте глянем и мой Тигуан. Посмотрели, у Тигуана нового свои фишки. Активировали человеку запоздание омывателя, активировали, потом у него, оказывается, было 5, вот у меня сейчас активировано 4, вот знака, 4 моргания поворотника, у него было 5, он тоже говорит, 5 это много, поставь мне 4, поставили 4 ему, потом... Что там еще мы активировали? А так почти все у него активировано. Кстати, у него тоже были ошибки. Новая машина, уже ошибки. Ошибки дает установка сигнализации. Как бы вам там по ушам не катали, но установка сигнализации дает ошибки в ЭБУ. Короче, скоро будет у нас серия роликов, по которой, как назовем ее так,
А у меня тоже как бы нет ошибок, а мы проверим и узнаем. И там вы увидите, какие ошибки, где и как, и почему. И какие функции еще можем активировать, например, у того же Volkswagen или у той же Skoda. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.